Вот здесь на ручке двери у нас есть две такие заглушечки декоративные. Берем их аккуратно. Вот таким остреньким такой иголочкой поддеваем. Они выходят. И видим здесь под крестик два саморезика. Дальше выкручиваем вот эту ерундистику, но она тут похоже как подотломана. Ну ничего, сейчас выкручиваем два винтика. Выкрутили два винтика. Вот такие они у нас. Здесь на ручке у нас вот надо выкрутить то же самое, шурупчик, ослабить его и вынуть, чтобы вышла у нас ручка. Вот так это все выглядит. Здесь вот ручка стоит, выкручиваем этот винтик. И можно снять вот эту накладочку. Вот так. Что у нас дальше? Здесь какая-то неполадочка, оно понятно. Вот отсюда вот выскочил вот этот замочек. Он должен у нас вот так находиться. Поэтому-то он у нас и выскочил вот так. Не держат эти крепления, один вот усик тут обломан. Вот она и причина. Потом это устраним. Ну ладно, поехали дальше. Значит, здесь у нас ни саморезов, ничего нету. Остается снять ручку. Посмотрим, как снимается ручка. Вот она, наша ручка. Снимается она просто. Сюда надавливаем. Здесь вот он, выступ есть. Его надавливаем и вот таким образом выводим ручку. Вот, в принципе, все. Теперь, как я понимаю, здесь на клипсах вот эта панелька двери на клипсочках. Берем ее, аккуратно отщелкиваем с помощью нехитрой приспособы. Вот она такая пластиковая лопаточка. Заводим ее под обшивочку и потихоньку снимаем. Вот так вот. Отщелкиваем. Вот обшивка двери у нас уже отщелкнулась. И здесь на резьбе выкручиваем вот этот вот такой красивый наконечничек. Все. Обшивка у нас вот она, дверь у нас вот она. Теперь уже можно как-то добраться до повреждения и посмотреть, что там у этой двери у нас есть. Вот он у нас идет по низу, вот здесь в этой части защита. Вот так идет у нас труба, вот, которая придает жесткость и уменьшает при ударе, гасит силу удара. Ну вот и все, дверь разобрали. Всем спасибо за внимание. Кому-то это видео, надеюсь, пригодится при разборке.